Всем привет! Давно не виделись, и сегодня мы приготовим один американский рецепт. Называется он mac and cheese. Это макароны с сыром, но в азиатском исполнении. Это будет с кимчи. Что нам понадобится для азиатского mac and cheese? Это мука, 2 столовые ложки, рецепт ниже я напишу. Перец черный, я тут немножко измазалась уже, кимчи. Кимчи, грамм 200-300. Макароны где-то также 200-300 грамм. Дижонская горчица, стакан молока. Соус сырный, если нет, не обязательно. Сыр моцарелла, еще бы хорошо чеддер добавить, но чеддера у меня нет. Панировочные сухари, мускатный орех и соль еще пригодится. Итак, с чего мы начинаем? Прежде всего, в панировочные сухари, здесь у меня 2 большие столовые ложки с горкой, добавляем столовую ложку оливкового масла и перемешиваем. Это у нас будет потенциальная корочка на нашем блюде, золотистая и красивая. Все, перемешиваем. С чего мы начинаем? Мы сейчас будем готовить соус бешамель. Добавляем сливочное масло и 2 ложечки муки. Наше масло растаивает. Сейчас мы добавляем сюда 2 ложки муки. Раз. И 2. И начинаем все это замешивать. Сейчас возьму лопатку специальную. Начинаем со сливочным маслом это все смешивать. У меня слабенький огонь. Можно даже еще сливочного масла добавить на самом деле. Да, добавлю еще. Так, затем мы добавляем стакан молока. Можно чуть меньше посмотреть по консистенции. Пока вот не буду больше добавлять. У меня половина ушла. Замешиваем. И все это должно загустеть. Так, вот у нас консистенция начинает густеть. Сейчас я добавлю ложку горчицы дижонской. Это вот столечко. И, ну, я одной рукой держу камеру, не очень удобно. И где-то 1/2 чайной ложечки мускатного ореха. Вот столечко. И еще раз это все замешиваем. Значит, я посолила соус бешамель и добавила сюда свой сыр. И сейчас я это все... Фокус не ловит. Сейчас я это все буду хорошо замешивать. Чтобы это все было прям чизи. Чизи-чизи. Это у меня моцарелла. Сами понимаете, какая она тягучая. Не всегда ее можно сразу хорошо размешать. У меня сейчас слабый огонек, чтобы ни в коем случае не начало гореть. Вот я замешиваю, замешиваю. А далее я добавляю измельченные кимчи. Я его ножничками подстригла, чтобы они были вот такими вот небольшими кусочками. Потому что кимчи, как вы знаете, готовятся из пекинской капусты и длинные листы оставляют. Добавляем. Кимчи. И хорошо замешиваем. Мы смешали до такой однородной консистенции. И сейчас сюда мы будем добавлять макароны. Сырые макароны, не отваренные. Такой приятный цвет получился. Так, высыпаю макароны. Это полпачки, где-то 250 грамм. Может даже 300. И начинаю все это дело замешивать. Замешиваем. И вот таким вот образом мы все это замешиваем. И сейчас я переложу все это в форму для выпекания. А духовка у нас уже тем временем разогревается на температуре 200 градусов. 200-180 примерно так.
Итак, я переложила наши макароны в форму для выпекания, и сейчас добавлю панировочные сухари, в которые я уже добавила оливковое масло, чтобы корочка была прям красивая. Начинаем все это дело посыпать. Значит, я посыпала крошкой, сейчас мы ставим выпекаться на 25 минут, ну или на 30 минут, посмотрим. Ну, прошло 25 минут, я вытащила mac and cheese, немножечко тут подгорело, к сожалению, но я думаю, что все равно получилось вкусно. В общем, готов наш кимчи mac and cheese. Вот так вот это выглядит. А что сыр не тянется? Ну, подождите, сейчас скажу, вкусно или нет. Очень вкусно.